Иначе у меня есть вопрос, там у меня монахи просили вам вас ответить. Ну что, тогда сейчас надену наушники надену. Да не надо наушники, я так слышу. Ну давай. Они, в общем, просили вас составить список, сделать список такой, куда будут внесены все вот, как говорится, нарушения там канонов и правил церкви. Да ничего, смеются что ли? 413 пунктов нарушено. Я буду сидеть там. Нет, ну а вот хотя бы так вот, ну хотя бы приблизительно, как можно найти эти нарушения? Нарушение Библии. Чтобы они поняли, что Библия есть Слово Божие, и к этому ничто на земле больше не относится. Это Бог говорит, и эти слова зафиксированы на бумаге, на скрижале. Вот это необходимо им убрать и смирять сразу. Больше ничего не надо. Простое дело, скажите, вы считали, что торговля в храме запрещена? Уберите. Все кончилось, ничего нету. Торговли нет, служба кончилась, место народ убьет вас. Мне просто нужно, они попросили, давно уже попросили, а я забыл, и вот только вспомнил. Они тоже слушают вас. Скажите, торговлю уберите, в первую очередь, торговлю. Уберите ее, она не должна быть в торговой ограде. Какие пункты показывают? У нас здесь стоит крест на православие на сайте на нашем, и там написано, торговля и храм несовместимы. Там все пункты. Сейчас я буду одну ту же работу молотить 100 раз. Они ничего не сделают. Ну, такие архимандриты, иереи приезжают, фотографируют правила наши. Ой, все сделаем. Проходит год, что сделали? Ничего. Они друг друга пожирают, как скорпионы в банке. Они боятся только самих себя. В этом страхе они не должны к церкви приближаться, даже за порогом стоят священники-монахи. Все охуяно страхом. Боятся епископа, как бандита какого. Башку отвернет сразу. Чуть не так и говорю, но у меня же доктор церковный, я с ребенком, у меня ребятишки, да он у меня сразу вышел. И тогда говорит о хорошем митрополите, там, о епископе, священник, который хорошо относится. Как только речь зашла, как поступить, ой, как огня боятся. Все, он меня выбросит. Это лютые волки. Если ты заранее знаешь, что он тебя выбросит с детьми среди зимы на улицу, то кому ты подчиняешься-то? Какая там благодать там? Змеющик. Что я доказывать там буду? Если это говорит священник, который служит, который на хорошем счету, но чуть-чуть не так архиерей сожрет его. Это диктатор хуже Муссолини. Что непонятно тут еще? Это не лютые волки, как будто бы человека-демоны какие-то. Вот он работает со мной, я по имени не могу назвать даже сотрудника. А почему? А жена у меня работает в церковной, там что-то где-то печет или что-то, он сразу выбросит ее епископ. Ну а ты работаешь, я говорю, на мирской работе, тебя не тронут. Достанут, выкинут. Ну, возьмите сейчас вот мой в этом, ВКонтакте. Они непрерывно глушат. Ничего нет. Они ничего не понимают. У них только одна извилина дана. Патриарх, все. А патриарх, вот я с ним. Это манкурты. Какие правила будут показывать им? Торговлю уберите первое. Уберите торговлю. Ну и что? Мы делали так. Две торговки, они приняли это. Я у них печь сделал для просмотра. А настоятель был в другом месте. Город Красноярск, Бурдин, отец Александр. Там вообще знаменитый такой. Утром пришел. Служит, и вдруг слышит шум какой-то, а там за дубовыми иконостасами, это ничего не слыхать. Они себе там устроили теплое место. А тут Евромайдан у них идет. Он послал служителя, а что там такое? Не знаю, тут толпа стоит у дверей, никого тут в храме-то нету. Он пошел, в чем дело, киоски закрыты. А где же Юля там с Анной? Так они вот молятся. Он побежал к ним. А вы что не торгуете? Да как не торговать? Да грех же это. Но батюшка сказал, он согласен, он вынесет это. Он сказал, на неделю он постарается вынести. Батюшка-то хороший. А я им сказал, завтра это сатана, сегодня это Бог. Они не идут. Как он рассверепел, этот хороший священник. Да я их, да это Игнатий, это мне все. А службу-то нет никакой. Собор, все прекратилось. Ну хоть кого-то поставь, а кто принимать надо, значит, дебет-кредит там доводить. Он умоляет их, они не становятся... Он рассверепел, как бешеный зверь. Вот и все.
И тронь их только попробуй. Я конкретно говорю, убейте торговлю. Тише, если вот не убирать торговлю, а вынести за территорию храма. За территорию убрать. Церковная ограда запрещена канонами. Ну, я говорю, на нашем сайте, и там есть книга, она раскрыта, Крестного православия. Ну, там смотрите по объявлению. Они не сделают это пустой разговор. А наши по порядку начните. Первое, если вы хотите. 6-й Вселенский собор, 14-15 правило. Раньше 25 лет диаконы не ставят, и раньше 30 лет не ставят пресвитера. А если поставлю, то будут извержены. Это кому правило написано? Януковичу? Да не все до одного негодные священники, да не все поставлены вопреки канонам. Как он сделает? Он, у нас был такой здесь, к нам прилепился один иеромонах. И все. А он молодой совсем, ну что, 6 лет ему сидеть, ну 6 лет согласился, а потом забунтовал. Он без этого не может. Хотя он прокормился, его голодом не оставить. Дождись у священных лет. Они не могут этого делать. Плевали они на все правила. Они так это дуются здесь. Зловоние издают. Открой по порядку правила все. Посмотри. С мирскими властями, по мирским властям, если поставлено, 7-й Вселенский собор, 3-е правило. Рукоположение действительное. Все 100% архиерея, все 100% были поставлены через мирскую власть КГБ, 5-й отдел. Что они не знают? Что они дурью маются-то? Покажи ему правила какие. А ты отбери только, зашел к храму и начинай сразу. Зачем они кресты проще навороченные на храмах стоят, а там они железяки, куча хлама. Настоящего креста ты редко где встретишь. Вот в Печорской лаве там нормально стоят прямые перекладины. А у них там наворачиваются на болтажнике. Я посчитал сколько? 18 концов. А 18 где-то 3 шестерки. Я говорю, что из креста-то сделали? Ну, дело 4, конечно, 6 или 8. Еще к храму не подойдешь, уже все исковеркано. В Луну поставили, там мы победили мусульманство, бедолаги. Герои вчерашней битвы. Ничего они не могут делать и не будут делать, это ложь. Я старался всеми силами, а потом мне один разъяснил, ты, говорит, стараешься, делаешь, а они все делают наоборот, только тебя уничтожить. И это не сегодня, не вчера началось у них. И знаешь, что неправда? Я говорю, ну это же ты знаешь, что неправда. Ну да. Так а зачем я говорил? А что, к вам люди не ходили? Мы Божью Матерь не признаем, там то другое. Ну, пришел. Я еще могу сказать. Они воспитаны так, это их планета. Пусть оттуда смотрят дальше свечи, даже мы чисто восковые. Я уж беру внешнее. Ну, чисто восковые. Уберите эту мерзость, она катаракту дает. Стеариновые там всякие гадости. Уберите. Не уберут. Не уберут. Они не, как торговать? Торговать надо. Деньги, бизнес церковный. Бриток, чтобы там не было. Это устав для церковников. С Украины приезжают. Они заразили все здесь в Сибири. Такие сытые рожи. Смотреть противно. Ну а десятине надо людям проповедовать, говорить? Сразу вести. Они не ведут. Десятины нет, а проклятие проклятое. Чего они крутят там? Десятина должна быть. А десятина будет, никакой торговли не надо. Свечи сами сделают и будут ставить сколько надо. По храму, чтобы не бродили. Они никогда ничего не сделают. Вот иконы целуют, иконы, а потом лбом поднет. Поцелует, лбом ударит. Ну мы друг друга целуем, друг друга лбом-то не пьем, когда поцелуемся-то. Откуда вы взяли, что икона нуждается, чтобы лбом боднули ее? И священники это же делают, архиереи. Они лукавые, неверующие. Подыгрывают властям. Вчера Януковичу подпевали, а сегодня будут другому подпевать. Им разницы никакой. Это не безбожники. Эти, которые спрашивают, истина, вот им скажите, скажите вот это и исправьте. Сделайте. Введите десятину, уберите торговлю, они связаны между собой. Вот и все. И не надо о глупости дальше говорить. Да. Народ должен понимать, что есть. Народ в русском языке должно быть. Народ-то не понимает ничего. Что проповедь даже на каждом богослужении. Что, не знают они это? Откуда они взяли, что епископы должны быть неженатые? Павел говорит, что мы не имеем власти иметь сестрой жену, жену-сестру. Павел, апостол, Петр, женатый, нет, захватили всю власть, узурпировали. Подменили. Главное, верховные
орган считается властью, это общий собор, а не синодом. Не синодом даже, а там синоди, которые сидят, архиерейский собор. Все, и они решают все дело. Узурпация власти. Даже это их правило, их правило. Я не беру еще каноны. А по канонам там с первого правила начинай и гони по порядку. Но вот вот они вещают. Венца-то нету, сзади второй идет, кого вещаешь, не поймешь, которые сзади идут или впереди. И венцы над головами держат сантиметров на 20. Священник поднимает руки, венчает на раб Божий. Где венчается-то? Кое-где, правда, стали надевать. Венец-то для головы сделан, а не для рук тех, кто сзади пойдет-то. Чего они дурью маются-то? А домой это стало. Я спрашиваю, почему? Ну, головы бывают там такие вот, это, чтобы не запачкать. Не запачкать. Пусть крестят полное троекратное погружение. Да никогда не сделают это, они сами не крещенные. Им показать, крещение примите. 50-е апостольское правило. Они изверженные. Они так, для виду, стоят, ничего там, наверное, давно нет уже. Ну, все правила. Я называю это не 2, не 3 правила, а 413. Я провел 3 года с правилами. С людьми советовался, сравнивался, со священниками, с архиереями. И вывел. У меня все это выставлено, в каком соборе, сколько правил. Какие правила? Когда я за рубежом был, сказал, так они выпускать не хотели. Дайте нам этот материал. Да его все равно не будете выполнять. Ну я дал. Что выполнять? Да конечно нет. Это работа. Я должен знать все до одного правила и знать церковную жизнь всю. До копейки. И делать сравнение. Сравнение с канонами. Они не будут делать. А вот откуда сейчас пришло вот это вот, нарисовали там тысячи образов икон, вот, и одному образу от того молиться, от того Богородицы молиться, вот, и люди вот идут за этим, верят всему этому, образ-то есть Богородицы, чему вот это вот устраивать? Вот и спросите их, вот у нас икона, Богородица, у нас все есть в храме, но никто по стенам не ходит. Пришли, стоят, у нас с тарелкой не ходят, деньги не собирают, вещи не продают. Ну, можно сделать-то. Спрашивают, как? Вот все правила хотите исполнять, познакомьтесь с нашей Барнаульской крестовоздвиженской общиной. Ни одного правила не нарушается. Ой, как они взыграли. Священники начали исследовать. Специально меня докопали, значит, а вы вот вы ездите, а написано, пойдешь в лес, там, возьми с собой лопатку. Я говорю, у меня лопатка, я смотрю, как? У вас все лопатка. То есть они вот рассудили, что это, конечно, Игнатий не исполняет. Я говорю, вот я стою сфотографирован с лопаткой, вырыли, зарыли, нигде ничего нет с испражнения. И не потому, что воняет, а потому, что среди вас ходит Господь. А вы в это не верите, в Бога, и поэтому вам разницы нет никакой. Мы будем еще о дерьме разговаривать. А вы, вот два священника там меня зажали, в Екатеринбурге, а вы все равно нарушаете. Я говорю, где же, покажите, я буду исполнять. Но написано, с евреями не мыться в бане. Да где вы, поймать еврея в баню тащить, чтобы я помылся? К нам евреи не ходят, в баню топим отдельно. Ну а когда в общественную баню я не хожу никогда, зачем я буду сифилис собирать? Они сели, а все равно нарушаете. А чем? А написано, с евреями не есть вместе, так я и не ем вместе. Поймайте его, посадите, я ему буду прислуживать. И после него поем по обедке, мне не стыдно. Ой, как... Да так, ну с братом купили батон, сидим в парке, снег махнем, и снегом едим, поели, пошли. Причем тут корчма, евреи, это надуманное все, они меня ловили, да и не поймали. Больше ничего не нашли, вот 3 правила. Сначала что поесть, а потом как правильно оправиться. Вот это уровень развития. Одна ямка и та лопнула пополам. Пусть они, если они не знают, на торговлю уберут, десятину уберут. Прекратить идолопоклонство. Знать, не знают, мощи режут. На каждом шагу нарушение. Кто позволил мощи резать? Где? Какой святой? Какое правило? На мощах святых мощеников. И просто мы прославили, церковь прославила его, церковь прославила. Да где ты нашли, что церковь прославила? Церковь спасается. Она может славить Христа, только прославила церковь, клику святых, и пока он председатель комиссии, которая занимается канонизацией. Ой-ой-ой, он ума своей бабе дома не даст, она командует на ней. А он командует небом. А все это блеф, разводит руками антимония.
Не верить нельзя, они обманщики. Только договорились, все нормально. К утру переменили все требования. Они за мной еще гоняются, я им еще помешал. На моей книге зачем лгут? Зачем? У них самый большой враг Лапкин Игнатий Тихонович. Больше ничего нет. Они ни с баптистами, ни с иговистами, ни с кем не борются, только со мной. А почему? Да потому что то на стороне, а то внутри церкви. И я показываю, что можно исполнять каноны, жить по Библии, любить Бога. А для них, если я это показываю, и можно, значит, они умышленные враги Церкви Божьей. Враги Христа. Игнатий, вот. Вот камеру немножко пониже сделайте, у вас много пространства вверху. Так, ну-ка, Володя. Вниз камеру опустите. Подожди-ка. Да нет, камеру саму, глазок. Вот так вот, надо было сказать рано. Вот так вот, да? Вот, а то снимаю там половину этого потолка. Ну, понятно, у меня обнаружен съемный диск, я не вижу, у меня закрыто было. А вот у этого видео-то вчера я выставил, вот, и люди многие обижаются, то, что вы вот на Сергия Радонежского, там, на святых вообще говорите, что они не святые, там, и не подобное. Не святые, не святые, я себя нарушаю. Чего вы подыгрываете? Ну, правило, 4-й Вселенский собор, 7-е правило. Я еще правило писал, что Вселенский собор. Ну, считайте, смотрите, что Сергий Радонежский и нарушает ему это, славу пойдет. Откуда вы взяли это? Чем подыгрывать? Тогда католики тоже, а они под эти правила подписывались, это сами изменяют их. Святые, святые. Святые по Библии, по Евангелию, а не потому, что вы их думаете, сделать святыми. Конкретно, правила написаны для всех, все отвечают для всех. Почему Сергий Радонежский вопреки правила идет? И правила нафиг придает, не просто играет. А вы, Александр Невский, воевал, а вот вы против. Ну и Александра Невского я его знать не знаю. А кто это такой? Да вот воевал, ну и воюете. Я знаю Алексея, когда он в Химу принял. Вот этого я знаю, который вчера был Александром Невским. Он отрекся от той жизни, а вы его прославляете. Я сам его не знаю, я знаю Павла. Мне зачем сам его знать? Это гонитель был. Александр. И начинает акафисты писать. С детства возлюбил Есей. И дальше начинает лгать. С детства возлюбил он коня, меч. Это был боевой воин. И не надо лгать. Возлюбил, там, он во сне не видал это, возлюбил проповедь, да такие, навороты это делают, безбожники. Геннадий Ильич, вот во все времена Господь один и тот же, да? Вот возьмем там еврейский народ, возьмем Ветхий Завет, Господь благословлял еврейскому народу нападать на города, неужели Он сейчас не благословит народ наш, защитить нашу Родину, нашу землю? Вы что? Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Ученики по старым меркам начали, а можно огонь свести с неба? Ну, огонь-то сегодня свистит, у них и силы нет. Так а мы коктейли молотого будем заливать огнем. А Господь ответил, не знаете, какого вы духа. Они не знают, какого духа. Почему Господь не защищал Богородицу апостолов от римского гнета? Почему не поднимал восстание? Пусть ответит. И почему из христиан первых никто не пошел воевать? Пантеон, ушли из Иерусалима и все. Нет, ну сейчас Америка хочет напасть на нас. Слушай, мы опустим руки и будем смотреть. Почему попустим-то? Их опускать не надо. Их надо поднимать и все время молиться. Я же не говорил, опускать будем. Наоборот даже. Они нас поставят на колени. А зачем ждать, когда поставят? Надо самим сразу встать на колени, поднять руки и молиться. Господь говорит, когда говорит, ненавидь врага, а дальше А с большой буквой, а я с большой буквой, а я. А я это значит совершенно противоположно. А я, ну вот так же я теперь, а я говорю вам, идите туда. Никаких все делают точно так же. Убивать похвально, это послание к Афанасию, Василия Великого. Да какое может быть послание, когда это вопреки Слову Божию? Хотя бы, ну каким-то образом ко Христу имело. Вам надо воевать, воюйте. Взявши меч от меча погибнет. Даже за Христа нельзя заступаться, вложи меч твой в ножны, Петр получил приказание. А папа говорит, хотя Христос сказал, вложи меч в ножны, но если папа говорит, вынь из ножны пойти, ты должен сделать. Ну тут все понятно. Великий инквизитор, считай Достоевского. Ну, Господь-то сказал, не убий, но и он же сказал, блажен, кто душу свою отдаст за ближнего своего. Понятно, душу отдаст, но не будет. Душу другого. Да они идут, а души вынимают. Сколько в Афганистане душ?
швырнули. Для маленького такого народа 18 миллионов, 1,5 миллиона погубили. Целое селение с прахом смешивали. Это христианский след оставили. Нам это во веки веков не простят мусульмане. Зачем залезли? Туда даже царь не залазил. И все отбивают теперь воины, души положившие. Они отнимали души. Это есть верхи рода человечества. Их надо придавать анафеме и закрыть эту главу. Как, что они защищали там? Но самое-то главное, Амин, который перед этим был, ставленник был советской власти. Но решили сменить программу. И посылают своих ГРУ-там, его внутри уничтожают. Сейчас все открыто пишут. Больше подлецов знать не знали. Его с ребенком совсем живой всех сначала отравили, но неудачно. И ночью как захватывали они. А бабраха кормали. А его потом повешают на воротах посольства. Везде смута, безбожники. И попы сегодня машут кадилами, дым напускают. Сколько в Чечне погубили? А можно было по-другому? Конечно, можно. А как? На колени. У всех попросить прощения. Ермолов их захватывал. Вот и через 300 лет откликнулось Ермолов. Это другая страна, другой народ, другой обычай, другая культура, другая вера. Зачем туда лезли? Выход только один. Евангелие. Но это об этом раньше нужно было думать. Нас сейчас перед фактом поставили. Нам нужно сейчас выходить и защищать Родину. Дорогой брат, нет той позиции, которая бы требовала исправления 300 лет назад что-то. Там неисправимо. Почему в Германии не стали так репарации выплачивать? Евреям и всем. Почему Папа Римский вышел и попросил прощения перед евреями? Почему у них фашизм осужден Нюрнбергский процесс? Коммунизм принес беды 100 крат больше. И нет ни покаяния, и также Зюганов стоит и молотит. Они его подпевают, и попы прямо внутри голосуют за Зюганова. Прямо в храмах. У меня стихотворение напишут, эти малюты живые. Я еще сказал, отступитесь от них, подражайте Папе Римскому. Попросить прощения. Евреев гнали, гнобили. Им говорил Витте, еще тогда министр внутренних дел. Не дай бог, будет революция, евреи все потянутся в революцию. Так все и случилось. Еврейская революция. А дальше царя, царское семейство, родственники царя, все под нож пошли. А дальше вся Россия потянулась на Голгофу. А можно было раньше? Конечно, можно было. Нет. Только надо до конца было душить, как Петр Первый, да Иван Грозный. Ленин тут правильно понял. 90% загоним в гроб, а 10% все-таки доведем до коммунизма. Тут все. А интеллигенция? Интеллигенция – теле говно. Вот и все. Ленинское определение. Почему они не бунтуют? И при том никаких точек нет, а прямо написано «говно». Это Ленин о всей интеллигенции сказал. Это в его трудах написано. А сегодня надо носы зажимают. Это лицемеры. Кого они крестят? Да послушайте Дмитрия Смирнова. Крестил, крестил, говорит, там 15 или сколько лет. И гляжу, никого нигде нету. Крестить у тех только детей, которые родители верующие ходят. Обман. Кого они мочат? Не крестят, не крестят, а лжекрещение эти. Никто нету. Новые проститутки, новые рэкетиры растут. Новые блудники. Вырастают, и никого нигде нету. Да никто их и не думал приобщать к церковному правилу жизни. Ты посмотри, когда идут священники, какие они разжиревшие, какие пузыри катятся. Им не стыдно ничего. Да с такой пузырью бы из дома не вышел. Я им его наращивал. И вот где бы ни были, они везде гоняются и гоняются, и лгут непрерывно. Вот конкретно сейчас у нас ВКонтакте. 2 дня еще не побудем, уже заблокировали. Еще мы не зашли даже, уже блокируют. Почему? Вот порождение это, молчание. Игнатий Тихович, ну а как народ-то учить, если народ сам не стремится к учению? Еще под нож пойдет народ, вот и будет новая Украина и новая Америка. И сожгут блудницу огнем. Откровение 17-18. И купцы земные посыпят голову прахом. Город великий, от которого все обогатились. Город на 7 холмах. Москва на 7 холмах. Что тут еще доказывать? А мы изменим. Ничего не изменишь. Только на колени и руки вверх. А вот мы молимся, мне сейчас дают. Мы молимся, вы тоже молитесь. А на Украине вот, Господь и отвечает. Это ответ Божий. Другого мы не достойны.
А вы что хотели? Дальше продолжать грешить, чтобы бесконечно было и конца света не было? Будет конец света, а перед этим будет все остальное, что уже начинается. Они смерти боятся, болезни боятся. Выздороветь, выздороветь. Зачем выздоравливать, если грешить? А сегодня один лозунг. Грешите, не болеть. Больше ничего там нет. Грешите, не болеть. Болезнь – это исцеление от грехов. Пошел, ну давай. Молоденький у меня, пошел в храм. А они безбожники, безбожные попы. Они за меня заодно не ответят никогда. Сколько они пакостей творят, уму непостижимо. Ужас. Я вот смотрел видео позавчера, там, или 2-3 дня назад, смотрел, как вы в Москве с одним батюшкой беседовали. Такой батюшка, кроткий, молодой, 36 лет ему. И вот как вы ему рассказали правила Серафима Саровского, там, что священники большая часть погибает, а он говорит, я даже и не слыхал такого, и говорит, не читал такого. Ну да. Помню. А я ему говорю, третий том настольной книги священнослужителя по благословению патриарха Фимина. 301 страница. Читайте. Они ничего не читают. Они жируют на грехах народа. Грехами народа питаются. Вот я в епархии был, говорю, большая часть священников погибает. Вот у вас 10, минимум 6 в аду будете сидеть. И архиереев столько же. Ну сейчас архиереев там 300-500. Но вы допускаете, что хоть один архиерей погибнет. Как погибнет? Он архиерей. Слово святейший патриарх уберите, он не святейший. Слово святейший даже к Богу нету в Библии. Слово святейшее два раза встречается. Один раз у Иуды на святейшей вере вашей назидает себя. Вера наша святейшая. И второе, святейший храм был для евреев. Все. А это человека грешного. Супер грешного. Святейший. А он ублажается, ухмыляется, стоит. Язык не повернется. А как называть? Да никак. Господин патриарх или как-нибудь называется. Если он не господин, просто патриарх Кирилл. Ну а почему вот сейчас такие наступили времена, такие тяжкие, вот почему молчит-то церковь, почему к покаянию не призывает? Да это же сегодня началось. Это уже с 4 века идет. Нет, ну такое обострение, и церковь молчит. Молчит? Потому что Дух Святой покинул ее. Причина только одна, где Дух Святой, там обличение. Вот. А вы говорите не так, как все говорят, не так, я согласен. А вы, видите, отрицательно, негативно отзываетесь о патриархии. Правильно. Так она негативно живет. А вы найдите мне положительные, которые говорили без негатива. Библия кем написана? Начните с первого пророка. Они все шли против течения. Все до одного. Почему Стефан и говорит в 7 главе Деяния апостолов? Кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? Они молчат. А теперь памятники строят. Что они разве не знают? Я буду говорить. Мой голос не сходит с этих, не сходит. А почему? Потому что я слышу голос Божий. Он повелевает мне, не умолкай. Говори. Это есть очарованный странник у Лескова Николая Семеновича. Такой рассказ. А дух говорит, ополчайся. Вот и все. Они воевать хотят. Ну пусть воюют. Кто ведет в плен, пойдет в плен. И знаете, какого вы духа? А я знаю. Дух Христов – это дух мира и любви. Враг голоден, накорми его. У меня есть это к истинному православию, и там, а я говорю, любите врагов ваших. Там все сказано, абсолютно все. Я ему открываю, а он, я не считал. Ну, не считал, так зачем ты залез тогда? Тогда молчи, сиди, считай, готовое. Почему я не спорю со святыми отцами? С Библией не спорю никогда, ни разу. Написано, я обязан выполнить. Я вижу правила, мать церковь дала для пользы, для здоровья. Не во вред это. Они на все правила смотрят, как и не бывшие. А кому они нужны? Они устарели. Оглашенные, извините. Во многих храмах их вообще не считают. А кто оглашенные? Они не знают. Впервые зашедшие. Я говорю, вы слышали, оглашенные, извините, и лица оглашенные, извините. А зачем три раза? Три раза. И на вас это ноль, а потом двери, премудрость его. Что означает двери-то? А вы в это время шторку дергаете. Вы думаете, что двери, шторка мешает им или что? Не знаю. Это означает, диакон обязан пройти по храму, увидеть, кто чужие стоят, отлученные за грех или готовящиеся к крещению, их вывести и двери запереть. Запереть, не закрыть.
Ну и что, можешь не делать? Не могут. Они не могут ничего делать. А почему? Если они начнут правила эти включать, выполнять, у них в храмах никого не будет. Священник один у меня дошел до нужной кондиции, говорит, так я должен сам уйти. Я говорю, уйди, давно пора. Уйди, начни на улице каяться. Ты не должен в храме быть беззаконник. И вы это знаете. Сотрудничали с властями 100%. Архиерея. И власть их ставила. Седьмой Вселенский собор, третье правило, делать их недействительными. Так он есть. Да мало что он есть. Его нету. Он связанный лежит. Православных научили, какой вы батюшка, нет, через него все правильно. Откуда вы это взяли? Все правильно. Господь сказал, говорит, что говорят делать, и по делам не поступать. Это он говорил кем? Сегодня они не говорят или говорят превратно. Будут говорить превратно. Дабы увлечь учеников за собой, чтобы им подражали. Деяния апостолов, 20 глава. Вот они пришли. По словам их нельзя поступать, а по делам ужасать-то только будешь. Они еще не знают. Ну конкретно садимся, я открываю вот трехтомник. Ну, покажите, что неправильно где-то. Они что попало, говорят. Они как одержимые. Знаете, интересно. Ну, да. Говорите. У нас был тут Максим Дмитриев. Он был, говорит, 13 лет. Ну, видимо, так и... Или 11 лет. И перед самым отъездом он приехал в Потеряевку. Его побуждал патриарх Кирилл к этому. А там мне все передали. Кирилл прямо говорил, поезжай туда. Так вот, зимой я на вертолете полечу. Когда мы сидели в епархии, он говорил там. Ну, а тут он думал, что его не уберут. А люди-то связываются, с Игнатием вообще нельзя связываться. Секретарь приехал, секретаря сняли. Епископ приехал, епископа сразу сняли. Он у нас побыл в Потеряевке, его прямо оттуда, считай, в Липецк, город Елец, туда. Мы туда 600 километров крюк сделали, ехали через Воронеж. Встретиться с ним. Он спрятался. Я добивался, там он или нет. Наконец узнали там. Мы ни под каким видом не хотели встречаться. И, наконец, в Туле. В Туле был. А там наш батюшка знакомый, мой отец Аким там был. Да кое-как там уже в алтаре там пару слов сказать. Ой-ой-ой. Я 600 километров к нему еду, чтобы порадоваться. Мы приехали. Ни под каким видом на встречу не идут. А он лгал и лгал до конца. А тут вдруг открылся, и как много мы можем тут получить. И в ролике стоят, ходим по Потеряем, сидим за столом, на улице я беседую со священниками. Да тут прям сразу увидишь на нашем видеоканале. Ну а до этого-то он мог так поступить-то, не перед самым отъездом-то. Нет, ну а дальше тоже. И вдруг его бывший, а теперь уже третий раз сменили секретаря епархиального, а тот был Сергей Беляев, звонит, владыка Максим, заказывает все ваши 38 дней. Сначала на батюшку, Потеряевку позвонили. Он говорит, ну Игнатий там в городе. Мне звонит. А я говорю, хорошо. Какая цена? Я сказал, хорошо, хорошо, мы купим. Ни ответа, ни привета. Ну хотя бы сказал, отбой, передумали, или заболел, или помер, или в другом месте где-то схватил. А я узнаю дальше. Он узнает, что я был там. Они делают теперь разнос по всем библиотекам и изымают из себя. Теперь он готовы имеют. Я могу только догадываться. Вот и все. Они, и мне сразу из библиотеки звонят, тут епархия звонит, ваши книги сказали, нельзя. Я говорю, мы подписались, чтобы сохранить. Но вот я и боюсь, куда теперь, как девать. Я говорю, ну возьми себе, не отдавай, мы не волки. Каждый экземпляр 750 евро. Это что-то стоит? А мы едем, оттуда уезжаем. Уезжаем, у нас времени нету. И она расположена к нам, и у ней свои подотчетные там библиотеки, 4 района. И она говорит, я могу их туда сама отдать, чтобы нам не ехать. А мы согласились. И эти 4 экземпляра по 38 сразу попадают в руки волков. Я должен думать или не думать? Кто они такие? Он их не писал, не издавал. Они вот маленький журнал у меня тут есть. Я его сейчас даже могу показать. Подождите, где он у меня тут был? Подождите. Вот такой вот журнал. И он называется «Фома». Сейчас я не знаю, видать или не видать будет. Да, я вижу. Видишь, это Перцов, хороший артист. И впервые, говорит, стал говорить, слово «грех» появилось у него. Он не знал, православный. Он даже не знал слово «грех». А впереди вот оно у него написано. Вот, пожалуйста. И вот они здесь наши перечисляют.
генеральные директоры. Какие директоры? Какие за рубежом? Легайда какой-то. Легайда — это главный, редактор, как бы. Перечисляют тут десятки. Десятки. И все это со званием, все они получают, финансируется. Я один корректор был. Сам верстал, сам набирал, сам издавал, сам платил. И все. Ну, разница-то есть или нет? Так это книги, тома, а не журнальчик какой-то. И при том журнал-то, я вот читаю, вот смотрю, он мертвый журнал. Там ни одной статьи нет, которая давала бы возродиться. А статьи, как князь Владимир был, какой он был, как Русь там крестилась. Это все в истории там где-то крутится. А они неверующие, это так, для фишки. Им это не надо. Я беру один журнал, вчера читал, генеральный директор, там, веб-мастера, там, ой-ой-ой, нацеплялось их сколько там. Там человек 30, наверное. Да за это время, вот я издал, я повторяю, один. Вот оно, благословение Господне. Да ты возьми один том, посмотри, один, любой. Первый, 26-й. Когда 26-й том показывают, там 300 поэтов за 300 лет. И понужные тематики, что сказали. Я отвечаю в университете студентам. Улеем волосы поднимать. Это вы сделали, это невозможно. Да, 20 тысяч файлов я их все время должен был прокручивать. Тысяч. И это все самостоятельно. Денег нету. Совершенно нету. Никто меня не финансировал. И Господь давал. Так это не одна книга, не две, а 38. А из них еще 5 переиздано. Большим тиражом. 90 с лишним процентов книг раздаю даром. Разница между нами очень большая. Хороший журнал, журнал-то хороший. Вот сейчас здесь издается журнал, называется «Душа». Он на несколько регионов идет. Хороший журнал. Вот в нем есть что послушать. Знаете, они встали бы вот эту Фому там печатать «Пути спасения», так его читать никто не станет. Люди-то не знают, не понимают. Я вам скажу небольшую тайну. Вы ее уже знаете, наверное. Однажды я помог, говорится, с накрутасами, с прибамбасами говорить, просто скажу. Подобный этому журнал, ясно дело, что патриарши в одном, в некоем царстве, в некотором государстве, они заходят случайно на наш сайт, форум. Материал-то православный, печатает. Их одобряет, они благословленные, у них там целая плеяда, кто работает. И ему надо напечатать. Главный редактор расположился, но теперь издает, и мне уже передают. Ну, только чтобы Игнатий не приговорился, что у нас будут печатать. Даже уже мы напечатали его, даже мы разослали, они могут отозвать его, уничтожить весь номер. А вот когда пройдет еще месяц, и там останется несколько журналов, тогда Игнатию дадим. Тогда им уже не взять, в людях будет. Это волки лютые. Только то, что наша фотография находится на брошюре, это игумен Игнатий Душиинов. Я вам рассказывал. И вот это у нас Клочки, село Клочки Ребрихинского района Алтайского края. И они продают по благословению патриарха там, Алексея II. Продают. И одна прихожанка говорит, так вот это крещение, это вот как на визитке, которая на визитке, оно на обе стороны. Так это, говорит, потеряем. А там священник Игорь Чернодаров. Что с ним сделалось? Он с ума сошел. Немедленно убрать. И тут же изъяли все. Благословленно патриархом они продавали, он теперь зубами скрежещет, да как же продавали с этой фотографией. Там ни одного слова Игнатия Лапкина нет, ни одного. Но фотография. Это на каком уровне надо быть похожим на демонов? Это не люди. Как будто демоны в рясах. И вдруг мне сообщают, в других городах та же самая история. Находились люди, ну, хотели сбор, другие, и говорили, вот вы продаете по благословению патриарха, а фотография-то, это от Лапкина. Немедленно смелись прилавков, они все одинаковые. Там единицы какие-то, которые не так. А которые не так, они все запуганные. Они боятся слова сказать. Иначе меня архиерей с ребятишками на мороз выкинет на улице. Да вообразить даже невозможно. Так, ну, они на полном серьезе это допускают. То есть они понимают, он по-другому не сделает. У них только одно. Почему? Это Беревско-Сталинская патриархия. Она другой не может быть. В ней кровь течет оттуда. Другая, ядовитая. А что делать? Пеплом, прахом посыпать голову и уйти в затвор. Как сделал патриарх был Павел IV.
когда была царица Ирина. Но она пришла к нему с какими-то там бумагами или с чем. А он снял с себя все и говорит, я ушел. Как ушел? Да и когда борся. Ушел царица. Я, говорит, одно заявление тут подписал. И вижу, что неправильно. Я дезавуирую свою подпись и ухожу в монахи. Она в слез, а она его упрашивает, еретики наседает. Он говорит, доверься Богу. Ну где я возьму на патриарха, тогда ты какой? Можно сделать. Ну хоть укажи на какого. Он говорит, а у меня помогает вот один тут, Мирянин. Тарасий звать его. Слава Богу, не играть. Вот его берите. Они его в 6 дней патриархи возвели. Диакон на следующий день, пресвитер на следующий день. И там игумена, архимандрита, и патриарха тоже через 6 дней. И тоже он будет святой. Почему они патриарху папе, этому Павлу не под... четвертому не подражают? У меня много о нем сказано. Почему? Пусть они ответят. Ни один, ни один за 1400 лет не подражает ему. А пример-то какой? Я поставил подпись под еретическим воззванием. Я слагаю с себя полномочия. Я ушел. А Бог усмотрит. Бог усмотрел великого ротоборца Тарасия. И при том это не один раз было. А сегодня как? Патриархи. И патриарх, видимо, Кирилл бумажку берет и на бумажке пишет. Патриархи должен быть избран только тот, кто... И дальше высшее образование, кандидатская степень, имеет опыт номенклатурной работы административной не меньше 40 лет. Он все узнал из себя. И три кандидатуры только нашлось. Одну запугали, а третий отказался. Все, остался один, его выбирает. Чуть не сказал Путин. Если мне патриархи избирать, я буду составлять бумагу. Я ее составлю сейчас и напишу, чтобы человеку было не меньше, чем 74 года. То есть мне 74. Дальше, чтобы ни одна волосинка не была порчена, усы не подстрижены. Дальше, чтобы все посты соблюдал, не меньше 7 раз в день молился. Я им сейчас напишу правила, кто может быть патриархом. Чтобы у него был стаж 51 год проповеднической деятельности, не меньше 5 тюрем прошел за слово Божие. Все, никого нет, выбирайте патриарха. А подхожу, то только я один. Все, я патриарх. Они больше дурью маются. Они бы сказали, патриарха может быть тот, кто. И дальше написать, каким был апостол Павел, Иоанн. И все качества выставили бы. Ни один бы не подошел. Они бы измерят, пришлось восстанавливать. Они никогда не дадут. Они дорвались до власти. Перелез, говорит, передними ногами, перелез и задними в это корыто. Это Хаджи Мурата Льва Толстого написано. Мы разные, мы другие, мы иные. И настолько иные. Я за ними не гоняюсь. Вот они издают журналы, эти называют церковные мурзилки. Там алтайская миссия. Ой-ой-ой. Это даже считать, говорит, другой раз руки вымоешь. Вот пишут, чеченцы захватили в плен русского солдата. И они его распинают. Прибили руки, прибили ноги. Но он-то православный, и он на кресте. А снайпер в него смотрит. И он на кресте пулей бьет, пули, а там рядом эти ходят, он прибитый там. А он головой крутит и показывает, нет, они туда. То есть корректировку огня прибитый ведет, и а тот пулями издалека снайпер бьет по кресту, не по нему. А он говорит, поближе надо огонь завести-то. Да на кого рассчитано-то? Прибитый ко кресту, и он корректирует огонь, где чеченцы. Ой-ой-ой. И люди рот разину глотают, пакостину. Другой там в яме сидит. Посадили его, есть ничего не давали. И он там 6 месяцев питался только глиной. Глину ел. Штукатур какой. А его полюбила чеченка. И теперь она помогла ему. И теперь он уже в России. И она приняла христианство. И теперь дети и все православные. То есть они такие басни любят. Они, блин. Ну где-то это видно, чтобы глиной питался. И чеченка его вывела. И все остальное. Да кто бы ее допустил туда? И это печатают в журнале «Алтайская миссия». И все они, я из других мест получаю эти церковные мурзилки, они одинаковые, безбожные. Вот у меня, покажу сейчас, какая это тут секта, христианская газета «Доброе имя». Вот она называется «Доброе имя», не знаю, видно, нет там. Ну, обыкновенная вот газетенка, вот, четыре страницы. На одной этой газете духовного написано больше, чем у них за 50.
50 лет. Смотрите, какой-то есть такие баптисты отделенные, совет церкви. Телефон. Телефон. Так, говори. Ну, Бог просит. Ну, Максим, ты дома? Он в тюрьме сидит? Ну вот, Кася, теперь как ты воспитывала его? Все, пока, с Богом. Прощена она. Воспитывать сына не давали, а теперь попался на наркотик и где-то увезли. Он все время занимался только этими и компьютерными играми, и совершенно как умалишенный. Из института выгнали, ну и пошел куда-то поймали. Она звонит, а он был у меня, да был не против. Я считала, молилась. Что ты городишь-то? Считала, молилась. Когда ребенок поперек лапки лежал, надо было смотреть. Он вор вырос, ворует. Его на гору увезли. Да. Полиция надо благодарить, что черта злодеяния немножко потоньше будет. Что будет? Я говорю о том, что конкретно касается меня, одного меня. Я не собираю где-то. И они рядом со мной живут, и они хоть один раз, вот когда бывает, а я напрашиваюсь. У нас нет миссионеров, миссионерское дело преподавать. Возьмите меня, я бесплатно буду. У-у-у, что вы, близко не подпустят. Ну что вы? О, об этом думать нельзя. Они ненавистники. А их журналы, вот эти мурзилки, а я знаком с редакцией, и мне разрешено брать отходы. Бывает, это что-то не так. И я беру огромными пачками. Газета церковная, выходит лопата. Так такая, ну, она церковная-то. И у меня ее накапливается с мирскими там хорошими газетами 4,5 тонны. И я довезу в лагерь. Я раздаю эти их газеты мурзилки-то. А они мои книги сжигают. Так я могу сделать разбор с первой до последней страницы. Все не по Евангелию. А они мне ни одной строчки, вся церковь, патриархия не могут указать за 12 лет. Нигде. Дайте обвинение. По свете Библии. По свете Библии. А они как? Они никак не могут. Предания там разные собирать. Чем не предания-то ваши? Андрей Токураев правильно сказал? Знаете, плевать на все это. Не сходится со Словом Божьим. Подвал. На суде Божьем будет все сгоревшее. Я видел ангел, летел, внес вечное Евангелие. А его Евангелие-то нет. Проорал дьякон, ушел, и на этом конец. Так, сегодня прощенное будет, так заранее, брат, тоже попрошу прощения. И меня простите, Игнатий. Ну, я так радуюсь, что ты тянешь нас. Это как битый не битого везет, а то нас полностью совпадает. Думал я, что эта сказка буквально исполнится. Вот такое дело. Еще напомните, 719 действующих правил, из них 413 нарушаются. Эти данные найдите где-то еще в интернете. Если указывать, только на меня сойдутся. И сколько же времени я должен был сидеть с этими канонами, сверять их? Они не могли это сделать. Вот сейчас мы будем молиться канон Андрея Крицкого. Ты его заряди здесь, наш поисковик, и посмотри, как мы молимся. Вот на три стадии. Помилуй меня, Боже, благодарение и слава тебе, Боже наш. Почему они не додумаются до этого? Они лишены благодати Божией. Они мертвые. А мне Бог это открывает. И я, впрочем, Павел, это благодать Божия. А почему до вас никто не делал 1100 лет? Мне зачем решать это? Потому что я не родился, говорю, они еще больше лопаются. Ну, это легко было доказать. Ну, если они Духа Божия не имеют, то страшно подумать тогда, какой в них Дух-то. Ну, а я еще могу сказать. Они ко мне залазят в интернет, и всякие пакости говорят, и дальше, и распространяют, пишут, это еретик там такой. Интересно, вчера тут маленький ролик я поставил, это мой племянник ездил, со Сверлингом встречался. Вот рады, еретик. А я знаю кто. Совершенно обощенный человек. Патриархию в ноль поставил. Благодатное и прочее. Старобряд сначала вкинулся. Миллион-то где-то успел уходить, грабануть, и вовремя отошел, не пристрелили. И сейчас умничает. А что умничает-то? Когда писание не знает, на русском языке нельзя, это масоны не так перевели. Высокоумие, это страшный грех. Он меня видел, нет. Что-то читал, нет, не читает. Еретик. А я его слушаю все время, смотрю, каждый день его имя Герман произношу на молитве. Вот и все.
Я его несу на руках молитвы, не он меня. Если он заявляет, что церковь безблагодатная, то нужна тогда альтернатива. А когда какая тогда благодатная церковь? Он один, он всех признал безблагодатными на земле. Где-то есть, но никому не говорит. А то все они говорят, жулики. Где-то, где-то есть. И он говорит, да, где-то есть, но я не могу сейчас сказать. То есть он один знает, и один Герман спасается, а другой Герман будет, уже не спасется. Еще мы даже верить ему. Это высокоумие. А какое высокоумие? И так детей воспитывают, вот надо, чтобы электричество, ну, такое муть гонит, там слушать нечего. Вот как в Ливии надо было, золотой запас, да, правильно разбирается в этом, но ты ничего сделать-то не можешь. Нигде. Работает работник, он говорит, не политические, религиозные взгляды, я не спрашиваю, там туркмены работают, но только дело. Ну, там какие-то разводят, не знаю, овечек, баранов или еще что-то. Какое отношение к вере это имеет? Он никакой. Он здесь был в Барнауле как-то, ему обо мне сказали, он ничего не знает, первый раз слышит, но на другом духовном уровне. Он главный юридик. Как доказать или как он отвечать будет? Вот. А ему это не надо, веры-то нету. И суд Божий не верит. Вот племянник, говорит, стали за стол молиться, он даже лба не перекрестил. Но какая там вера? Ты разбери каждый свой рубль, который награбил. Чтобы заработать миллионы, нужны годы. А чтобы проснуться утром, как Березовский говорил, я понял, я сказочно богат. Это означает, разграбили, тебя отдали. Там в Америке решали евреи, кому отдать, каким евреям. А при чем тут я? Мне не дали ни рубля. Я прожил и так. А взял бы, конечно, взял. С удовольствием. Я спрашиваю, а куда дел? Я рассказал, куда бы дел. У меня бы кости ни рубля не было. Дорогу проложил по деревьям, комбайн новый Игорю в старости купил бы. Дальше школу построил, большую настоящую храм. Ну и деньги кончились. Учителям бы оклад раза в 4 повысил хотя бы. Вот так. Дома новые построил. Ну и деньги кончились бы. А сколько надо? Ну хотя бы миллионов 5 долларов, чтобы я расшевелился маленько. Игорь, давайте я посмотрю, там еще у вас кое-что в компьютере, налажу кое-что. Ну давай, я сейчас дам, вот, посмотришь. Ну я только не знаю, что долго нет, 13 минут, а минут через 20 я буду уходить. Может потом? Да не, я сейчас, потому что если вам кто позвонит, чтобы нормально разговаривали. Я сейчас его должен дать вам, да? Да. Хорошо, давай. Вот так. Да. Она открывается. Нижняя. 1,7, 1,8. Она одна и та же. 1,7, 1,8. Угу. Вообще, посмотри. А я вам мешаю разговаривать? Нет, я... Давайте, говорить будем. Вот я к тому, что священники, которые к вам где-то обращаются, скажите, первое, что вам требуется, не лукавить. Не лгать. А где написано? Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Притча Соломона. Не прибавляй к словам его, к Божьим, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Всякое слово Божие чисто. Оно чисто. А они сплошь и рядом облепили слово Божие, чем попало. Мертвецы им нужны. Они с мощами находят общий язык, а живыми нет. Почему? Оставь мертвецам хоронить мертвых. Христос не сказал, оставь мертвецам выкапывать мертвых. Хоронить, и то это уже запредельно далекое отследование за Христом. А ты следуй за Господом. Они не считают Евангелие для себя.